красиво. Вот там снизу свищи открываются и крови что-то. Да я вижу, там кровит у него. Вот сейчас я. Ой. Питомец Броник с 21 года, наблюдается рост новообразования. На данный момент новообразования обширные, занимает большую часть паховой области, прорастает глубоко внутрь. Есть чесы новообразования, есть вскрывшиеся участки новообразования, покрывает большую часть полового члена. По состоянию питомец последние 2 дня апатичный, почти не кушает, водичку пьет. Но это все со слов владельцев. Вот у нас как получилось. Вот мы ему так вот одели это все. Все там у него с мазью. Да? Мы одели на всякий случай ему воротник. Ну, он не сопротивлялся. Все у него нормально. Вот так вот. Вот мы ему так все. Все в мази. Все одели. И вот так вот крест-накрест ему сделали. Вот. Да? Броник. Хороший мальчик, Броник. Привет, мой хороший. Привет. Я не знаю. Привет.